Вас как зовут? Даша. А вас? Оксана. Оксана, да. Оксана вдова. Муж умер, и она сейчас воспитывает одна девочку, которая ДЦП. Она вот рисует хорошо. При своем заболевании она еще умеет хорошо рисовать. Это твои рисунки? Да. Вот умничка. Они живут на Бакумова, и сейчас здесь очень неспокойно. Сегодня обстрелы были? Нет. А вообще обстрелы были, происходят? Были. Были утром, да? Нет. А обстрелы бывают здесь? Бывает. Слышно, когда стреляют? Да. Сегодня мы приехали, проведали их, привезли продукты благодаря одному жителю Америки, Владу Чепрасову. Благодарю пожертвованиям. Мы проведем такие семьи. А скажите, вот вы какие-нибудь вот получаете там гуманитарную помощь или еще что-либо? Лекарства, да. Только лекарства. А так больше ничего. Нет. А вы работаете в школе, да? Дворником. Это очень хорошо, когда мама работает и старается изо всех сил, чтобы прокормить тебя и вообще свою семью. Но, к сожалению, зарплата очень маленькая, и они нуждаются всегда в помощи. Сегодня мы приехали, немножко им помогли, и надеюсь, все-таки мы такую красивую девочку не забудем, будем к ней приезжать в гости. А ты нам чего-нибудь интересного нарисуешь, да? Красиво. Обещаешь? Да. Спасибо большое, друзья. Спасибо огромное всем за помощь жителям поселка Бакумова.